Может, даже такой будет мастер-класс. Андрюша будет делать пирожки, беляши. Не, я не буду. Я замесю тесто. Робить не хочу, аж пердить. Не хочу. Пришельцы на время. Кого чистить? Ну, морковка на с волосами. Что за хрень такая? Шо? А ты что, хотел без волосами? Нет, ну если она чистая, можно с волосами, какая разница? Нет, Самгал, ты что, с ума сошел? С волосами это делать сок. Вы скоро с Андреем что, с ума свалились? Надо почистить морковку. Ничего с ней не будет, она соковыжималка отжимает только сок. Я что, не знаю, что. Ну, ты да. Можешь даже процедить его потом. Не пугай меня, пожалуйста. Я понимаю. Нет, она если чистая, так какая, зачем? Да, мне она еще раз напомню. Ну мойте это и зачем ее чистить? Света, ее. Ну, слушай, отвали со своей морковкой сюда, пожалуйста. Вона це в пах давала, тоді якось пальці кудись прикладувала, куди вона била, якось до позвонка теж находила шию. А зачем її чистити? Ти що, чистиш волоса? Звісно, руки взяв і почистив. Руками я не почищу. Ну, вот так. А что это за морковка, я буду ее вообще... Ну, вот так просто почисть трошки. Нет, есть, так не будете. Вот, а мы есть ее не будем, ее на сок. А ты давай, скорее, того не тебе надо. Вот так, берет, ну, вот, и чистя. А для чего? Она же чистая. Нет, Самбо, такого не должно быть. Нет, куда ты кидаешь ее? Все будет окей, посмотришь. Что ты делаешь, Андрей? Чистить буду. Ой-ой-ой. Так ее же помыть надо хорошо. Ну, туда брошу ту голову. Сейчас я сделаю, потому что я вижу, что это тяжело случилось. Да лучше ее посмолить. Что? Волоса, ну что волоса? Вот недавно я сам вам делал, яблоки, даже семечки оттуда уходили. Вот так раз и ушло. Конечно, семечки, все швыряешь. Ну, волоса бы не ушли. А как вы на производстве думали? Будешь ты с волосами бить. Так оно волосов там нема, волоса идут сюда. Там волоса. Смотри, вот сюда попадут волоса. Мне нужно его почистить. В таком виде пить нельзя. А посраться может. Вообще, ну вы что, сдурилы, чешу. Да так уси кажут. Так уси кажут. Наполовину резать? Так, чух-чух и все. Не, я имею в виду морковку. Да не надо наполовину. Ты же бачишь, что в дырку залез. Я говорю так, шум-шум. А, понял. Света, как увидишь, сейчас волоса у нас заставить. Зачем волоса мыть? Ну, заставить перечищать. Вон морковка все. Варену тоже. Конечно. А он глаза вылупил, струсился, вот тот здоровый мужик, а тот шкварок какой-то. Я боюсь вообще. Бирай. А что на волосах висит? Ну так она ж так растет, морковка, ты что, не бачил? Конечно, волосатая. Ну, но она не волосатая, она просто как, ну, а она ж корнеплод. А ну вот же волосы. Нет, то, почему она белая? Так це не морковка. А що? Що ви рівняєте хрен з пальцем? Вишня. Да, вишня, да. Та п'яна вишня чи така? Серйозно. А що ти, волоса хочеш? Що таки там що-то є? Та нічого нема. Що-то воно не проходить. Тільки поколошнять ножом. Та що то за ерунда? Значить, волоса, другую, волоса не пускають. Та що ти, то ні. Во
общем, вот такое. Так, давайте відкриєм пілісос. Сашок, за який гроші? Мама, це не туди. Стой, ти не туди. Та що ти робиш? Ти не туди пхаєш, мама. Значить, дивись, я тобі зараз покажу. Я. Що ти знаєш? Тільки одна і та саме. Ні-ні-ні, не достатньо. Конак назад. Тепер ще раз на кнопку нажми, витягни собі повністю, щоб ти не нагинав. Отак, все, зараз. Це ужас. Пішли додому, будемо пробувати. Ой, боже мой. І він должен крутитися в різні сторони. От палкою. А ну попробуй. Дивись. Ні, ні, спустав нам на низ. Ні, ні, ні. Ні, ти не поняла. Я имел в виду, дивись, ти держиш. Ти можеш його отак робити на полу. Шерепи, блін. Ну що? Волоси затягую добре. Бач, що робить. Учись, бо ти полісосиш. Чому за тебе збоя? Ну да, мама, вообще-то медленно. А ты как это? Правда, что трактор набирает. А, Александр Фейшн, глянь. Это что, честь Александра на зоне Бриджи? Вам що, повилазило? Ось так, поближе. Так, мам, міряй, де, йди за угол, міряй сразу, ти ж в юбці. Ага. За, ну, а так, ти ж не в юбці, а в платі. Так. Боже, під дом стала, вділа ж бріджі і все. Це, ну що, мам? Витягнеш бірку ззаді. Хороші під кросовки вділа, або під ета футболку пішла сверху. Ну. Эти чуть свободніє, да? Ну нічого, піде. Щоб щось не прилетіло. Де мишка? Ку-ку. Ку-ку. Тобі шо? А зачем ти на мені бріджі кинеш? Тому що це вже кінець. Ой, що вони на мене. Так це ж женські штани. Мужчина має бути мужчиною, не рязанською бабою. А ти красилась теж у парикмахерській, чи це тато ти красила? Я красила. А що верхне? А що, як ти красила? Я не желаю нікому. Я був красив, не хотів. Я зараз розкажу, як я красив. А як ти красив зверху сивина? Я зараз розкажу. Та ну страшне. Мама достала ті тюбики, я два тюбика видаю. Краску, а потім якусь там ще ерунду забув, то видаю второй тюбик. Та маму намазав. Матеріал, ну, що краска не береться. Потім дотукав, що треба второй тюбик. І вже на голові розмазав. Так це він за бальзам розмазав з краскою, так? Треба було головою думати. Thank you.
Добрый вечер. И думаю, что сегодня я сделаю беляши. Ну, сяду на дороге, возьму табуретку, маленький стул, угу. И буду продавать. Рассказывай мне бабушке не сказкой. Я что, глупый продавать? Я за два дня-то этих беляшей и не будет. Зачем уже люди заберут? Может, даже такой будет мастер-класс. Андрюша будет делать пирожки, беляши. Не, я не буду. Замесю тесто. Работать не хочу, аж пырдить. Не хочу. Не. А ты что, у тебя такие были планы на беляши? Я не хотел беляши, я хочу чебуреки. Не, я хочу беляши. А, блядь, я их вынесу отсюда. Перец, соль и хорошо надо отбить этот фарш. Да? Отбить? Да. От души. Я не знаю, но ты ж делаешь, я откуда знаю? Ну я ж там-то и делаю. Не знаю, я так же делал. А это не будет сочным. А что ты взял, чтобы не будет сочным? Я не знаю. Я буду делать с дырочкой и без дырочек. Сторону. Что там, что-то смеялись люди, писали, глянь, а вот иди глянь, как Света делала чебуреки. Кстати, у меня беляши сели все, я еще на работу была. Чебеляши, чебуреки. Беляши, чебуреки, не беляши. С матерью нема коли побалакать. Я, конечно, чтобы не было иногда хочется что-то такое замести, замесить, но не получается. Вот у меня мама, она... Ой, мои картины надо забирать. Надо забирать, бо тут и останутся. Ты по уману, а на чёрта ты такие картины выносишь? Купля, купля, чертику. Надо забирать потихоньку. Когда? Нема коли своими делами заниматься, а як же? Я хочу тату колбасу. Да, а чё ты молчишь? А це що, за новий салат? Картошка, моцарелла, огірки і помідори? Це, угу. Це що за салат? Італійський варіант. Вкусний, я ще дію. Хто поріж? Я поріжу арбуз. Я, мама, хто так арбуз купляв? Так. Видно, диви. А ти що, що за хрінь така? Кинуся дига і прибиває. Чому, коли ти покупаєш арбуз, у тебе постійно зелений? Ти там вже не знаєш. Я, звісно, а я куди знаю, що внутрі зараз? А, ужасний арбуз. Ну, а я тільки його побачив, я сказав, що це гавно. Смотри. Екстрасенс йшов, наперед бачив. А ну, розріж пополам. Та парилу йому, парилу. Ну, все літра. Ну, я їсти не буду. Коля умниця. Я тільки хочу. Дайте попробувати. Дайте попробувати. Ну, нічого, все. Запах у арбуза, я слышу, що це хімія. Бачите, Ольга Леонтьевна, самі не хотять, вам поставили. А що не так? На баштані. Якщо отравиться, отравиться Ольга Леонтьевна. Вони спеціально так і роблять. А вони так і роблять. Вони так і роблять, бачите, я з'їв. Тебе ніхто не пожаліє, так як мама пожаліє. Ніхто. Я з'їв і вам поставили. Мені тебе жалко, понятно? А самі не їдять. Зарази. Каже, беріть, Ольга Леонтьевна, їжте, їжте, каже Света. Шестопа. Що ж не є? Що значить, тобі треба, мама треба, щоб вибирала арбузи. Я вже
что показывает, что такое мальчик, что такое девочка. Кто? Да, жрица не знает, что такое девочка и мальчик. Задурянец. Что же говорила не сказать? А там не было грешок, там три арбуза или сколько было. Я Зиви вам поставила. Так кто на столе это дай, вам кто не скажет. Вообще все, пизда рыкаешь. Что ты за маску достал? Я в туалет. Проследуй. Красиво, маленькая, такая нежная. Да скажи, такая нежно-нежно, такая вот красивая так девочка. Мурси, да вот так. Тоже метит. А, не, они же не метят. Ты что? Не да ну как, кошка, чем она будет метить? Смотри. Коты только метят, ну как тебе? Кошка будет метить. Можно по старости уже. Она тогда хвост поднимает. Но она просто трется. У них запах там есть, но она не метит, как вот как коты это делают. Да нет, ты что? Андрей, ты чудишь.